компактное многофункциональное устройство с функцией печати, цветного сканирования и копирования документов А4. Сегодня у нас в студии лазерная МФУ от компании Pentum, модели M6550NW. В комплекте прилагается стартовый картридж, шнур питания, USB-кабель для подключения к компьютеру, руководство пользователя и гарантийный талон. Это МФУ средних размеров. 41 см в ширину, 24 в высоту и 30 см в длину. Вес 7,5 кг. В нижней части корпуса расположен лоток для загрузки бумаги. Он вмещает 150 листов. В середине выходной лоток на 100 листов. Под верхней крышкой располагается сканер, сзади есть разъем для кабеля питания. Панель управления аккуратно расположилась на вынесенной панели слева. Она кнопочная. Разобраться будет легко. Теперь посмотрим, на что способна эта МФУ. Здесь есть принтер. Он печатает на бумаге разной плотности формата А4, а также карточках, пленке и конвертах. Скорость печати средняя. 22 страницы в минуту. Конечно же, есть сканер. Он планшетный. Создает цветные цифровые копии документов. Сканер работает в разрешении 1200 на 1200 точек на дюйм. За минуту отсканирует 8,5 страниц. Есть функция автоподачи оригиналов для сканирования. Еще тут есть копир, который выводит копии документа со скоростью 22 листа в минуту. Картридж уже есть в комплекте. Он перезаправляемый. При необходимости можно купить такой же. Итого, такой МФУ от Pentum подойдет и для дома, и для небольшого офиса. Места он занимает немного, печатает и копирует документы со скоростью 22 листа в минуту, а сканирует со скоростью 8,5 страниц в минуту.